Ой, ну, в общем, мучения не кончились. Мы едем в Манукау. Там вроде бы такая какая-то цепочка и такого размера, которого хочется. А вот это впереди нас поехала Тесла машина. Ну, вот если кто не видел, я не знаю, чем она особо отличается. Ну, такая, чем особо. Электричество, а не бензином. Ну, в общем, вы смотрели в интернете, что там, ну, другой шопинг-центр, Манукау, это район Окленда. Ну, вы смотрели, что там такая, вроде бы такая цепочка, хотелось купить, и такого размера. Мы бы тут такую купили, только здесь было 45 сантиметров, а мне нужно 50 сантиметров. Ой, вы знаете, я вот смотрю на эти пальмы и вспоминаю, как мы сюда, когда прилетели, и нас по этой дороге зять и дочь везли из аэропорта. И вот эти вот пальмы были раза в три меньше ростом. А теперь они у нас уже так выглядят, как, знаете, вот в кино показывают в американском, ну, там, Беверли-Хиллз или где-то там, такая аллея из пальм. А, нет, там машина посредине едет, между пальмами. А теперь я смотрю уже здесь, как эти пальмы выросли. Правда выросли? Да. Ага. Тут такие они были маленькие, низенькие, их только посадили. Но это был новый район. Это, в общем-то, вот эти дома, которые мы проезжаем, этим домам еще, наверное, и даже по 30 лет нету. Ну, относительно новый. Ну, новый, конечно, это там не 100 лет, не 200 лет. Ой, какие они высокие. Что ты так и не обращала внимания, насколько они уже выросли. Ну, мы приближаемся уже к Манукау. Здесь такой, это более такой старый район. Здесь вот такие старые домики. Интересно, сколько стоит? Слушай, сколько стоит такой домик, как ты думаешь? Сейчас все миллион. О, что, вот такой сарай миллион? Да. Кошмар. Ха-ха. Товарищи, посмотрите, вот такой сарай будет стоить миллион. Да не, ну я не думаю, что кто-то будет тут покупать по миллиону. Дешевле нет. Кошмар. Такие ужас, какие цены. Может быть, теперь, когда погоняют вот этих всех миллионеров там, которые тут все это покупали, ну, сами знаете откуда, то может быть дома подешевеют, хотя вряд ли. Теперь весь мир перестраивается, и теперь все будет еще дороже. Ой, это какой-то парк тут. Ну-ка, какой-то парк, наверное, здесь. Ой, как выросли деревья, боже мой. Это мы движемся в эту сторону, вообще в сторону аэропорта. Почему я так вспоминаю? Так, еще немножко, еще чуть-чуть, и мы почти доедем до этого шопинг-центра, ну или торгового центра. Ну, а в Манукау страна длинного белого облака оправдывает свое название. Смотрите, какие классные облака, да? Красивые. Вот смотрим цепочку, обратите внимание, такое колечечко тонюсенькое. Это перетрется, я не знаю, за неделю. Нет, я тут не рискну такое покупать. Так, за спиной остался вот тут поисков магазин, где я купила цепочку. Дома покажу подробнее. Продолжаю вас интриговать. А то что так без интриги? Знаете, хочу отвлечь вас от мыслей о войне. Так, а куда идти? Я что-то запуталась, в какую сторону. Идти, откуда мы пришли, кажется, сюда. Знаете, идешь так классно. В магазинах полно всякой чепухи. 300 лет никому не надо. Открыточки, которые нужны. Иногда люди идут с детками, да? Господи. Ой, так, ну ладно, я, наверное, попрощаюсь с вами. И буду, пойдем сейчас сядем, доедем до дочери, а потом я в автобусе домой.